Здорово, народ! Небольшой бложик, как всегда, такой в виде отчета о проделанном за неделю. Ну и так, что какие мысли вообще появились у меня. Залил я перемычку вот над этим оконным проемом. Ушло на это, ну не знаю, там буквально 3 часа. А внутрь, как всегда, 4 прутка, но 12-й арматуры. Сделал все это в такую пространственную конструкцию, залил бетоном и поверх обязательно целлофаном закрыл, чтобы бетон не отдавал влагу очень быстро в воздух, чтобы он не потрескался. Стоит у меня по кругу уже целиком везде 9-й ряд. 10-м рядом, соответственно, у меня вот эта вот перемычка стала. Вот с этой стороны я положил 10-й ряд. Здесь 10-й ряд буду с этой стороны уже укладывать, когда залью вот здесь вот перемычку, такую же, как и здесь. И, соответственно, приступлю уже к кладке здесь 10-го ряда. Пока перемычка будет набирать прочность, буду здесь выкладывать уже. В принципе, здесь осталось совсем чуть-чуть. Здесь буквально 4 ряда, которые идет вот под конус. Как раз вот там вот он где-то примерно будет заканчиваться, где у меня стоит опалубка. После этого, опять же, надо будет делать армопояс. Но армопояс уже будет у меня вот, собственно, вот такой вот. Примерно вот... вот так вот. Сверху под маурлат надо будет встраивать крепление прям в армопояс, чтобы крепить маурлат и балки перекрытия. Сейчас вставлю примерно, как это будет выглядеть, картиночку где-нибудь в углу. Ну вот как-то вот так вот я планирую это сделать. Очень хочется верить в то, что у меня хватит сил, и я смогу закончить хотя бы кладку где-нибудь к середине сентября и приступить уже к крыше. На крышу надо будет заказывать брус разный, 200 на 200, 150 на 200, 150 на 100. Различные для балок стропильной системы. Обязательно антисептировать их. И как-то постараться успеть до сезона дождей. До того времени, когда польют уже дожди постоянно. Иначе дерево будет намокать, разбухать. В общем, может его повести. И получится уже совершенно не то, что я планировал. И надеюсь, что до завершения этого сезона я закончу хотя бы какую-то временную кровлю. Хотя бы сделать обрешетку, сверху кинуть USB и закрыть баннерами, потому что мягкую черепицу шинглс, которую я планирую на крышу, при температуре надо, по-моему, от плюс 15 градусов монтировать на поверхность. Иначе она просто, ну, друг с другом не склеится и будет сваливаться. В общем, такие вот планы у меня, я бы сказал, грандиозные. Ну, по поселку немножко. Что у нас по поселку? Вот там крыша, вот она. Это у нас переехал административный дом, административное здание, вернее, было оно
Вот там вот где-то примерно. В общем, привезли. Привезли, значит, фуру. Приехал кран. И вот все вот эти вот, все вот эти выходные его перевозили. Соответственно, вот оттуда, вот сюда. Погрузили его вчера на фуру. Он там благополучно упал на нее. Сегодня видел, плавно его так вот везли и тут сгрузили краном. Сейчас поеду домой, посмотрю, что там происходит. Соседи построили крышу, то есть доделали. Покрыли ее железом и продолжают облицовывать кирпичом по чуть-чуть. Вот тот дом тоже крышу доделали. Прям быстро у них все получается. И вот там начинают уже тоже облицовку. Темнее стало уже намного раньше. Время примерно около 8 часов вечера. Солнце уже село. Тут он туманом затягивает везде. Буду я собираться. За выходные сделано достаточно много. Ну, в принципе, что тут? Половина 10-го ряда. С двух сторон залита монолитная перемычка. Ну и надеюсь, что все-таки за сентябрь я закончу кладку и начну делать крышу. Если сил не хватит, придется где-нибудь денег взять, нанять бригаду, чтобы бригада это мне помогла сделать. Кстати, газика осталось совсем чуть-чуть. 2 целых палета и 10 блоков от третьего. Ну и еще немножко колотых, которые обязательно пойдут в дело. Ну, такие события были за неделю. 10-й ряд наполовину закончен. Доделаю его на следующей неделе. Ну а чтобы следить за моей стройкой, подписывайтесь на канал, оценивайте видос. Ну и скоро увидимся. Пока!